Около 100 тысяч километров намотали югорские велосипедисты. Накануне завершились необычные соревнования «Югра-райд». 144 спортсмена со всего округа состязались в онлайн-формате. Весь август участники соревновались парами. За сутки каждый должен был проехать максимально возможную дистанцию. Километраж фиксировали с помощью спецприложения. По правилам турнира победитель в каждой паре мог продолжить соревнования, а проигравший после двух неудач выбывал из состязаний. В итоге у мужчин не было равных Сергею Сулейманову. В финале ему покорилась дистанция 430 километров. В женском же зачете победу одержала Анастасия Брызгалова. Сургутянка в финальном баттле проехала 427 километров. Это почти как съездить из Сургута до Нижневартовска и обратно. Отмечу, всего девушка намотала почти 3400 километров и стала рекордсменкой состязаний. Конечно, я вообще довольна своим результатом. Я рада, что я купила велосипед, что когда-то я узнала про группу «Вело Сургут», стала с ними катать, и пошел азарт уже больше и больше, больше желания километров.